Берем крышечку, прикладываем и обводим кружочек. Очень аккуратно это делаем. И вырезаем. Мы вырезали кружочек. На этот кружочек мы будем приклеивать лепестки цвета к изнаночной стороне. Сейчас мы будем делать лепестки цветка. Нам понадобится широкая лента и две узких ленты. Делаем лепестки из широкой ленты. Делаем из широкой ленты квадрат. Нарезали квадратики. Из этих квадратиков мы сейчас будем делать лепестки. Как складываем лепесток? Делаем треугольник, проглаживаем, еще раз складываем и третий раз. Получился у нас вот такой лепесток. Сейчас мы возьмем клей-пистолет и заклеим. Вот такие лепестки у нас получаются. С клеем очень нужно работать быстренько. С этим моментом застывает. Клеем нужно работать очень аккуратно, потому что он горячий.
У нас получились лепесточки. Сейчас мы будем... Оля заранее приготовила кружочек. И сейчас мы будем приклеивать лепесточки к кружочку. Так, сейчас мы создадим декор. Декор. Так, возьмем ленточку. Так, 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 так. Сейчас, Олечка. Так, сеть. Так, у нас здесь лента какая-то кривая. Ну, мы ее отрежем. Так. Где-то вот столько нам надо будет. Будем замерять. Нарежем несколько. Где-то метр. Ну, этот метр мы взяли с тобой. И сейчас мы полосочки нарежем. Одинаковые. Так, сейчас. Сейчас декор составим. Берем ленточки так. Складываем. Будем приклеивать. Так, будем приклеивать. Для красоты. У нас получается уже что-то похожее на цветочек. Так, давай еще одну отрежем. Еще одну отрежем сейчас. И вот здесь приклеим мы. С этой стороны еще приклеим. Похоже чуть-чуть на снежинку. Так. Приклеиваем. С тоненькой полосочки мы сделали вот такой цветочек. Приклеиваем. У нас еще один надо лепесточек сделать. Так, где у нас вот классная лента? Сейчас мы быстренько сделаем еще один лепесточек. Потому что... Лепесток делается быстренько.
Делаем квадрат. Согинаем. Сначала квадрат в треугольничек. Оп, прикрепили. Чуть-чуть скосили. Надо ровненько делать их, чтобы лепесточки какие красивые были. Согинаем. Так. И этот лепесток мы сейчас приклеим сюда. Вот сюда мы приклеили. Так. У нас уже вот что-то такое интересное получается. Так, серединку теперь давай найдем. Вот у нас всякие серединки здесь есть. Так, какую возьмем? Ну-ка, давай прикладем. Прикладывай, только клей горячий же. Ну-ка, такую. Нет, это сильно маленькая, наверное, будет. Ну-ка, давай вот такую возьмем, попробуем. Сейчас приделать. Может, ну-ка, нет, давай другую какую-нибудь. Вот. Ну-ка. Вот, нет, давай, ну-ка, побольше, подри. Возьмем, сделаем серединку. Вот, давай вот такую сделаем. Давай, бери клей, или давай я приклею. Держи. Так. Сейчас мы наклеим. У нас такая оригинальная пуговка есть. Сейчас мы ее намажем. Клеим. И быстренько мы ее вот сюда приклеим. У нас цветочек получается. Так, может, что-нибудь еще сюда приклеим? Давай эти бусинки, наверное, мы приклеим. Будем приклеивать бусинки? Ну-ка. А, в принципе, у нас, смотри, какой хороший цветочек получился. Красивый может, цветочек. Может, какие-нибудь еще бусинки? Не, мне кажется, будет лишнее. Ну все, достаточно. Какие-нибудь.